Chega aí. Combatendo com o adversário. Contra um Boritz, Sapiernica. E vai ficar de cabeça mesmo. Agora vai ficar de cabeça. Aí, ó, tô combatendo com o adversário. Boritz, Boritz. Pode ser um judoca, pode ser um... Pode ser бардеро, pode ser tudo que Но, for. Не важно вообще, okay. Стойки он больше борется там, либо после против На кулера. Все равно ты трава у брасу дель. Вам нужно заблокировать эту руку. И у нас фаша, а фаша дель. И пояс. Окей. Okay. А фаша дель, если он хочет дать ушимата, дай ушимата ей. Если он хочет на ушимату зайти. Ну это. Вот, благодаря этому захвату на поясе он не пройдет. Defender. Потому что вы здесь защищаете эту атаку. Mas eu quero dar um катагурума. Вот, но вы хотите сделать катагурума. Ха! И я дам И без проблем вообще. Ха-ха-ха! Вишу жутока! Vamos lá! Eu facinho! Eu facinho! A galera fica aí, às vezes, lutando. Ну, все довольно просто. Бывают ребята борются. Assim, он уже тоже в свое время Fazendo força, ветерану. Когда на силу боролись, несмотря на то, что уже ветераны давно. Então eu comecei a simplificar as coisas. Вот, ну поэтому он начал потихонечку упрощать для себя все эти вещи. Ou primeira coisa, eu tento sentir o adversário. В первую очередь нужно почувствовать соперника. Ou pega o banga, ou pega todos dois. Вот, ну, хотя бы там рукав забрали в идеале и одно и другое. Eu sempre pego o par, sempre. Вот. Он всегда здесь хватает. Quando eu combato, eu sempre pego Когда он борется, всегда злопей хватает. Ну, попегу aqui. Потом, ну, может, за рукав поймет. Só que minha intenção não é essa. Вот. Но здесь не главная его задача. Domino na faixa dele, segurando Сейчас пытаемся за пояс, также контролируя руку. O cara pode entrar tudo. Вот. Он соперник может что угодно там пытаться выделывать. É defesa. Вот, это ваша защита, этот захват за пояс, это ваша защита. Vixe, judoka! Vamos lá! Eu vou entrar no kataguruma. Заходим на катагурум. Vou puxando sempre pra faixa. И всегда за пояс как бы тянем, переворачиваем. Dorme, neném! Все, спи, маленький. Pois? Yes! Yes! А чем вы его кормите, что он такой веселый? Вот сама думаю, что он тырит из холодильника. Да у вас, может быть, цветы какие растут на подоконнике? Да, возможно, тоже надо проверить. Поливает, поливает. Может, не тем, чем, но поливает.